Ну, скорее всего, из того, что я, о чем я мечтал в детстве, ничего не сбылось, понятно. Потому что как рожденный там в 60-х, я мечтал полететь в космос, быть космонавтом и так далее. Но надо отдать должное моим родителям, что я, кстати говоря, вот прям родился здесь, напротив стадиона ЦСКА. И мои родители, когда мне исполнилось 5 лет, взяли меня за ручку и отвели просто через дорогу на стадион. Ну и, грубо говоря, заставили заниматься спортом, потому что у меня тогда, ну, я, насколько я помню, не было особого желания заниматься спортом или чем. Мне хотелось играть во дворе с ребятами, с друзьями. Ну, настояли. Вот так сложилась у меня, собственно, судьба, по крайней мере, которая меня уберегла от того, что в те годы происходило в наших дворах, да. Кто-то там спивался, кто-то курить начал там в первом классе, у кого-то еще какие-то проблемы были. Слава богу, вот благодаря моим родителям, которые настояли на том, чтобы я занимался спортом, я от этого как-то уберегся, и по сей день я занимаюсь спортом ежедневно. Это меня спасает от всего, от депрессии, от каких-то, от какого-то рода там безработицы, когда нет хороших предложений, а не хочется соглашаться на что-то плохое. Идешь в спортзал, занимаешься, адреналин выбрасывается, это тебя как-то держит в тонусе все-таки. Да, я вот